аналогов, которые на сегодняшний день на молдавском рынке не существует. Препарат является очень востребованным, потому что он используется, пожалуй, в наиболее самом сложном сегменте. Это сегмент хронической боли. Пациенты, которые страдают длительными приступами боли, так называемой хронической нейропатической боль, которая довольно сложно купируется традиционными препаратами. Этот препарат уже около полугода находится на рынке, и только позитивные отзывы как от врачей, так и пациентов. Этот препарат очень хорошо переносится женщинами, и хотелось бы отметить, что вот именно молодежь, у которой бывают проблемы с кожей, связанные с колебаниями гормонального статуса, вот именно это является, эта целевая группа является, вот для этой целевой группы предназначен этот препарат. Noi avem oameni foarte valoroși, foarte bine pregătiți și noi suntem mândri de Ungaria, că Ungaria este printre aceste țări care își realizează și cercetările foarte importante în domeniul medicinei și farmaceuticii. Am dorit ca să prezentăm aceste rezultate și în Republica Moldova și sigur că să ajutăm oamenii pentru ocrotirea sănătății, bineînțeles recuperarea sănătății, dacă este cazul. Și în acest timp, bineînțeles că noi am dorit ca să prezentăm cele mai bune și cele mai moderne preparate farmaceutice a firmei Gedeon Richter. Является традицией осуществления разного рода гуманитарных акций. Например, в этом году, в мае месяце, наша компания безвозмездно предоставила Минздраву Республики большую партию медикаментов на сумму более 1 миллиона 600 тысяч лей. Это 14 тысяч упаковок антигипертензивного препарата Нормодипин и более 33 тысяч упаковок антипаразитарного препарата Дикарис, которые были распределены в сельской местности, там, где население является наиболее чувствительным и там, где эти препараты являются наиболее востребованными.